Из Камилюха отправляемся в Ляроту, потом на равнину Махачкалу. Thank you.
Меня зовут Карим, да? Абдукарим Абдуразакович. Да. Я житель села Камилюх, в котором мы ночевали, были в гостях. И нам рассказывали там, ну, как бы сказать... Легенду были или что, это не знаю. Но старину выбрасывали стариков вот с этого места, дабы не быть для нас, ну, для молодых обузой. Вот с этой скалы выбрасывали туда вниз. И вот однажды один молодой человек принес свою мать туда на край скалы, и мать ему сказала: корзину оставь, и тебе пригодится эта корзина. Не мать, отца. Ну, отца. По другой версии отца. По другой версии отца, по одной версии мать. И в итоге он не смог его или ее выбросить. А в дальнейшем этот парень начал выдавать гениальные мысли. И он ее спрятал. Он ее спрятал и кормил тайком. Угу. Ну и в итоге за ним проследили и нашли этого парня, что он не выбросил свою. А мысли-то эти он брал, подчерпывал из-за того, что... Ему подсказывала это. Мать или отец по другой версии. Да, да, да. И по легенде случилось это вот в этом вот месте. В этом месте. Места красивые очень. Этот выпуск состоялся благодаря поддержке главного фермерского портала «Фермер.ру». «Фермер.ру» – это крупнейший интернет-портал о бизнесе в сельском хозяйстве на русском языке. Ответы на тысячи вопросов фермеров, уникальные обучающие материалы, прямые эфиры из агроэкспедиций, беседы с мастерами своего дела, успешными фермерами, технологами, учеными и их бесценный опыт. Регулярные выпуски на YouTube-канале и широкое общение на форуме портала. Всем, кто интересуется сельским хозяйством, я рекомендую «Фермер.ру». Ссылка в описании к этому видео. Ну, поедем дальше.
Для врача мы решили перекусить в небольшом кафе местном. Там кафе так и называется Тлерота. И нам принесли вот очень вкусное, наверное. Сейчас мы попробуем, убедимся. Блюдо, как правильно называется? Курзе. Это называется курзе. Пельмени по-дагестански, если правильнее, привычнее для нас. Да, два больших блюда. Ну что? Так, образно, да? Алексей Евгеньевич, вы уже... Давайте, да. Нам нужно ваше мнение, как истинного гурмана. Уральского пельмени. Уральского пельмени, да. Очень вкусные дагестанские пельмени. Еще раз. Похоже на наши? Мне кажется, что да. А вот какая там начинка-то? Говядина? Баранина, говядина. Ну, другого тут не может быть. Понятно. Хорошие. Хорошие, вкусные. Давайте будем кушать.